Мы привыкли, что вечером 9 мая небо озаряет красочный салют. Традиция соблюдается каждый год, но на этот раз от праздничных залпов пришлось отказаться. Свои корректировки внесла пандемия коронавируса. Чтобы соблюсти все меры безопасности, жителям пришлось придумывать, как, не нарушая социальной дистанции, сделать этот День Победы запоминающимся. Ярче всех эту задачу решили жители микрорайона Фински. Во дворе дома номер 7 они сложили из своих автомобилей число 75 и слово «Ура!». А когда совсем стемнело, зажгли фары и аварийную сигнализацию. Получилась трогательная и красивая замена вечернему салюту.